Вот она первая поклевка. И нужно как можно скорее подсекать свою громадную рыбу. Быстренько-быстренько вытаскиваем ее из воды. И посмотрим, что у нас там такое. Вот какой громадный ветлин попался. Вот сегодня опять решил выйти на рыбалочку после обеда. Солнечный день, минус 6 градусов. Воздух очень хороший, хорошо дышится. Уже поймал первую рыбку. Будем дальше ловить. Ну, традиционно погуляем вокруг удочек. Камень пошел вон в воду. Дальше посмотрим вниз. Какой уровень воды. Она. Порыбачим дальше. Катера тут ходят, как всегда, взад-вперед. Ну, после них можно поймать корюшку. Корабль проходит всегда, клюет корюшка. Видать, ее привлекает шум мотора. Вот она попалась. Очередной напряженный момент. Ну, давай. Опа, готово. И, конечно же, попробуем ее с разных ракурсов посмотреть. Рыбку такую красивую. Наша рыбка. А вот и корешка к нам пожаловала. И гостья какая. Давно не виделись. Иди поплавай. А здесь необычное, что произошло. На меня напал прохожий. Прохожий. Девушка напала на меня. Чуть не скинула в реку. Вот приставала, целовала. И драпанула от меня, боясь ответной реакции. После ужаса и стресса от девушек и прохожих решил я покормить чаек. Сначала я ее подманил, но она испугалась камеры и улетела и обкаркала меня. Затем я замаскировал камеру. Очень интересно. И вот она, глупая, схватила кусочек рыбы и удрала к себе в стаю. Вот закончил сегодняшний день. Поеду домой. Поймал всего 4 рыбки. Чайкам пойду скормлю. Пойду дома лучше варенички готовить. Приготовим варенички с капусткой и морковкой. Все это мы сначала все пожарим. Приготовим тесто. Морковка с капусткой готовы. Тесто тоже готово. Раскатаем это тесто. Сделаем лепешечки. И начнем лепить варенички. Нашим традиционным способом. Сначала просто так закатываем. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну а теперь ракушечкой или замочком закрепим. Один, второй. Возьмем третий, покажу. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Поварим их несколько минуточек. И все. Готово. Приятного аппетита. С удовольствием. До новых встреч.